Привет, друзья! Так, да, у нас новый день, новые дела. И вот невероятным образом... modification. Круто. Невероятным образом у нас два iPad одинаковой модели, шестое поколение iPad. Да, это та моделька, которая крайне демократичная. Ну, вообще, в принципе, в обслуживании, в пользовании, в изначальной стоимости. Но вот здесь одно у нас побито, разбито, второе на обслуживание по батарейке. Собственно, замена батарейки просто. И да, такой момент интересный, что хотел сказать. Да, получается, вот в данном случае здесь такой damage, что разбито, побито стекло и сам экран поврежден. Вот такие органические полоски выдает. И да, немножко вот такая история, что часто на него разбивается, ну, допустим, побили стекло, не проблема поменять. Недорого, круто, все надежно, однозначно. Но когда уже возникают такие истории, когда побито стекло плюс сам экран, а на эту модель это два раздельных элемента, и, допустим, еще бы была необходимость менять аккумуляторную батарею на нем, ну, потому как она уже усталая, старенькая. И вот в таком случае, когда одно, второе и третье, возможно, уже целесообразность обслуживания отсутствует. На самом деле, потому что сейчас тот же iPad, это продолжается вот эта линейка, это шестой, есть, вышел девятый. Компания выпускает, это самый свежий из демократичной вообще линейки. И девятый по стоимости сейчас, на самом деле, будет стоить, пожалуй, ну, немного дороже, да, по-честному, немного дороже, чем, допустим, обслужить устройство по трем моментам. Это когда стекло, экран и батарея. Да-д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 а. Ну и да, ребят, это вот тот iPad, топовый, недорогой, самая новая модель, девятое поколение. Новейшая моделька, демократичная. И как раз таки тот момент, когда может быть логичней. Да, тот как раз таки момент, когда может быть было бы логичнее. Логичнее не ремонтировать уже как бы уставшее, устаревшее устройство, а, допустим, обновиться удачно на новое, за недорого и круто. Все моменты, которые мы предлагаем на вообще всю технику, это бартерные технологии, когда как раз таки вы можете свое уже устаревшее обновить на более новую модельку с соответствующей доплатой, будь то телефон, будь то планшет. Ну и, соответственно, оставаться на актуальности. Это как там говорится, кто там во что играет? Чтобы танки ездили, чтобы птички летали, растения росли и все вот это дело. Викинги завоевывали. Так, да, новая линейка девятое поколение по крайне демократичной стоимости, плюс бартерные технологии обмена. Так, итак, да, ребята, делаем практики, получается. Да, кстати, по местоположению, это посылочка у нас из Чебоксар, это столица. И вот здесь в данном случае немножко задержится вот это у нас устройство, потому как выяснилось, что все-таки экран для него это отдельно взятая вообще модель, вот это шестое поколение. И никакой взаимозаменяемости по экрану нету, в отличие от сенсорного стекла. То есть стекло там подходит от пятой модели, от предыдущей, от до предыдущей даже, но не экран. То есть они вот в этом плане отличаются. Так, это, да, немножко в сторону полежит у нас. А здесь, собственно, стандарт обслуживания. Устройство хозяйское, как мы прочитали в записке. Да, кстати, большой привет владельцам. Бережная эксплуатация, пользуется мама. Вот это все. Вот это все. Сделаем по красоте. Занимаемся. Да, на устройстве пароль, и в данном случае у нас не получится посмотреть состояние батарейки. Ну или, кстати, это интересный момент, который всегда стараюсь отобразить вообще для своего личного понимания, приметить, что называется. Может быть, да, потом, когда извлечем батарейку, зарядим ее в наш и посмотрим на компе состояние батареи. Напомню, что в самом устройстве нет такой информации, потому как, в принципе, устройство считается необслуженным компанией, и она как бы считает, видимо, как-то необязательным обозначать это для пользователя. Хотя, опять, такой же странный момент непонятный, да, вот часы тоже компания сама не предлагает обслуживать, в частности, заменить батарею, но состояние батарейки можно посмотреть. Кстати, интересно, пользуюсь несколько месяцев, наверное, уже полгода, интересно глянуть состояние. О, 99 уже стало. Ничего себе. Да, и тот момент, который тоже обозначал на свои часики наличные, это вот стекло пользу уже тоже, на самом деле, наверное, месяц второй идет. Ну, немножко, да, так подострепалось. Но сколько раз было, когда я стукался в какие-то железяки, еще какие-то вещи происходили. И вот в эти моменты именно понимаешь его важность. Так, окей, открываем. Да, устройство вообще в идеале, но всегда есть та щелочка, в которую можно подлезть и аккуратненько это дело все открыть. Да, эти все вещи открываю на холодную, что называется, без всяких нагревательных технологий. То есть это все, в принципе, делается элементарно. Не так просто, как казалось бы, но без проблем, когда рука набита. Так, есть, да, открытие устройства. И тут основная тема, знаете, как это сказать, как это выразить. Вот в этой вообще всей процедуре, не там чисто, где я чищу я потом, а там чисто, где я не замораю. То есть тут самое важное, это вот этот бутерброд. Снять экранчик со стеклом, сложить его и в сторонку убрать, пока занимаюсь батарейкой, чтобы туда не налетели ни пылинки, ни соринки, ничего вот это. Потому что потом чистить их крайне тяжело. Аккуратненько извлекаем дисплей. Тачскрин. Так, и вот таким бутербродом в сторонку. Извлекаем батарею.
Так, да, батарея у нас, судя по маркировке, конец 18 года. Ну, плюс-минус это и соответствует моменту приобретения. То есть такие вещи, они никогда не залеживаются. Ну и по факту у нас получается, что 19-й, 20-й, 21-й. Ну, 3 полноценных года, да, батарея служила. Не сказать, что она как-то здесь рассохлась, сдулась там, либо что-то. Состояние довольно хорошее. А тем интереснее будет посмотреть ее объем, ну и по факту, да, состояние. Так, в сторонку, попозже наверняка это глянем. Вот оно сколько. Собрал такого клеевого колобка. Если это в волосы запутать, придется на волосы подстричься. Клеевой колобок. Так, зачищаем. Да, многие знают на самом деле, что люблю делать iPad'ы, хоть устройство у самой компании считается необслуживаемым, но по всей общей политике вообще производства этих устройств все сделано очень, как бы, как сказать, модульно, заменяемо абсолютно, разборно-сборно, то есть это все, если делать аккуратно, если качественная деталь, то это будет продолжать служить еще годами. На самом деле это так, и вот чем и хороша эта техника, то что, ну вот реально, служит годами и просто вот ничего с ней не происходит. 3 года отслужила с батарейкой, заменили и дальше будет пахать. Если бы я сейчас делал какой-нибудь планшет Samsung или Huawei, Honor, я не знаю, там бы было все вот так склеено просто одноразово. Невозможно было бы разобрать, нормально собрать, не найти батарею нормальную. Тут индустрия вообще запущена на полную катушку, поддержка от китайских людей. Кстати, да, батарейку покажу, которую буду ставить. Ее не раз показывал уже, которую устанавливаем в эти устройства. Она идет одна, одинаковая, взаимозаменяемая. На всю линейку подходит, вот именно этих демократичных изданий. И, в общем-то, вообще, по стоимости довольно-таки все приемлемо. Да, ребята, это та батарейка, которую я говорил и показывал неоднократно. Проверенная вещь, на самом деле, годами, а это очень важно, всегда батарейкам уделяем очень сильное внимание. В данном случае остановились вот на этом производителе, и не было ни разу... Тьфу-тьфу. Не подводили. Я ее даже без каких-либо проверок смело сразу же буду вклеивать и устанавливать, потому как, ну, говорю, что не было прецедентов и каких-либо историй. Так, собираем назад. Так, контрольная проверка. Немножко позаряжать необходимо. И финально закрываем. Включается. По проклейке, да, я не раз тоже обозначал, то есть аккуратно открываю. Родная проклейка, она, конечно, в приоритете. Она остается нетронутой, полноценной. Ее немножечко взбодрить специальным клеем, и она будет держать еще до конца времен. 5% подзарядим и закрываем. Так, есть. Control checking. Complete. Да, еще одна тема. Сейчас нужно снаружи протереть его полностью, чтобы убедиться, что пылинки-сыринки не налетели. Хотя это я крайне старался это сделать, но проверить все равно нужно. Потому что когда грязно, непонятно, то ли она снаружи, то ли она внутри. Так, взбадривающий клей и закрываем. Так, ребят, чистенько, по красоте. Да, тут все готово, вообще на самом деле. Давайте хочу интересную тему сделать, это все-таки посмотреть состояние вот этой батарейки. Это даже такой момент, у меня лично такой информации уже много на самом деле. И в голове, и так вообще, на памяти, на всем. Но пользователю интересно, да, я показал дату, что это конец 18 года, ну по сути 19 год. И соответственно сопоставить это со своим устройством, как и что, и когда в принципе там необходимо менять. Сейчас чекнем состояние, интересно. Так, вроде бы вот это у меня тестовое тело, куда мы погрузим батарейку. Так, это у меня тоже что-то тестовое, я даже уже не помню, что я там, честно говоря, изучал, испытывал, да. Да, и это вот тот как раз момент, который я говорю, что изначально была разработана концепция iPad Air, это был iPad 5-го поколения, и после этого пошло разделение, то есть Air стал такой более элитарное устройство, более дорогое во всех отношениях и обслуживания, и изначальная стоимость. А вот это продолжение всей линейки пошло, то есть 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, и вот который я показал, новенький 9-й. Концептуально они все, можно сказать, что по сути, да, одно и то же. Ну, начиная там, по-моему, с 8-го выпуска, стал побольше экран, это диагональ 10,2 дюйма, элемент питания тот же самый, который я обозначал. Процессоры в каждой серии, они меняются новые, и сейчас в 9-м это, по-моему, Bionic. 15-й, да. Ну и вот это на самом деле очень хорошая такая качественная, надежная, практичная, как вот всегда была техника Apple. Недорогая. Нет, вот это не сюда. Но да, в отношении этой вещи это недорогая. Так, чекаем батру. Хотя сейчас, да, вопрос стоимости это тоже такая вещь. Посмотреть там какие-нибудь новые Samsung либо что-то, они даже дороже получаются, чем флагманы от Apple. Так, врубаем, и тут неважно, в каком состоянии у нас будет устройство, я, честно говоря, не помню, то ли сброшенное, то ли что, нам будет достаточно, чтобы чекнуть состояние батарейки. Компу.
Даже разблокировано. Отлично. Да, ребят, это вообще, конечно, да. Я не ожидал, честно говоря, увидеть такое состояние, но при количестве циклов всего лишь 600, 592, в частности, у нас имеет объем батарейка 51%. Это, конечно же, великий износ. Это как если вот мы смотрим на вот эту батарейку, так вот, грубо говоря, мы пользуемся одним блоком из двух, 50%. Конечно, это довольно существенный износ. Напоминаю, да, что по рекомендации производителя, это при достижении объема 80%, батарейка рекомендуется к замене. Это относительно и всего, и часов, и планшета, и всего прочего. Так, окей, вообще отлично. Очень интересные данные. Ну и вот, оценивайте. Сопоставляйте со своими устройствами. Да, на самом деле, для кого-то, может быть, будет по-правильному, да, вот как мы предлагаем, это бартерные технологии. Допустим, у вас назрел вопрос по замене аккумуляторной батареи. Встает он в любом случае будет у вас, рано или поздно он произойдет и возникнет. И у вас, соответственно, естественный вопрос. Поменять батарейку, либо, как я вам сейчас предложил, может быть, более взвешенно, это можно будет сделать change с апгрейдом. Считайте, вот это устройство там было какого-то там 18-го года, у вас сейчас оно будет 21-22 за разумные денежные средства. Так, да, я думаю, что все мы посмотрели, все, что сделали, хотели. Пока, локально. Как говорится, на этом все. Всем привет и всего.